Здравствуйте, дорогие друзья! От всего сердца я поздравляю вас с Рождеством Иисуса Христа и с новым 2012 годом! От имени всей нашей команды, от имени всего межконфессионального, международного, Божьего, молитвенного движения, служения, искателей Бога, всем сердцем я поздравляю вас с этим чудесным событием. Все лучшее от Господа для вас впереди. Божья слава идет в вашу жизнь. Божьи благословения приближаются к вам. Все минусы для вас Он превратит в плюсы, потому что вам, Божьим детям, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вы все можете в укрепляющем вас Иисусе Христе. Вместе с Господом вы взойдете на любую стену и преодолеете любые преграды. Ни одно орудие, сделанное против вас, не будет успешно. Вы победители в Иисусе Христе, и вместе с Ним наполните эту землю Его Духом, Его Словом. Все ваши близкие познают Иисуса Христа, потому что написано: «А я и весь дом мой будут служить Господу, спасешься ты и весь твой дом твой», также написано в Священном Писании. Я желаю, чтобы все Божьи благословения пришли в ваш дом, в вашу семью, в вашу церковь, в ваш союз церкви, в ваш бизнес, в каждую область вашей жизни. Пускай все Божьи планы для вашей жизни исполнятся, и я верю, что так и будет. И пускай также то, что Бог вложил в ваше сердце, произойдет. И я верю, что так и случится. Люблю вас, благословляю, и еще раз от имени всего международного, межконфессионального, молитвенного, Божьего движения, искателей Бога, всей нашей киевской команды и международной команды, я поздравляю вас с Рождеством Иисуса Христа и новым 2012 годом. Будьте благословенны!